это наше предположение, они были прописаны. Сейчас мы... И в гостях потом могли быть. А? И в гостях могли быть. Да. На данный момент времени сколько погибших? Сейчас уже выверились все списки, все фамилии. Сейчас мы даем публичную информацию по этому поводу. Для себя выяснили, что в этих 24 квартирах 50 человек. Вы понимаете, там было. Мы потенциально, они туда приходили, давали нам информацию, которую сейчас мы анализируем. 6, 7 и 8 подъезд мы отключили отопление. И именно с 6 и с 8 подъезда... Теперь по документам. Потому что там есть документы. Это расчет, если даже все три подъезда расселять, мы готовили на 300 человек. Четверо взрослых, значит, самый тяжелый гражданин. Да было бы уже холодно было. А я так быстро собирался к вам, что даже подарки. Это обязательно, хорошо? Ладно. Чего бы ты хотел? Да не знаю. В каком хотите? Сигнал. Может, еще не связано с учебой. Чем ты увлекаешься? Чем ты занимаешься? Я какие-то увлечения. Тренировка. Да? Как? Рукопашный бой. Кто-то боится тогда, если все будет хорошо. А как долго ты занимаешься? Ну, так отлично. Так что ты знаешь, что такое удар же. Доставит, ты сколько времени прошло? Ну, тогда. Лежал там долго. Так что, придумал все это? Не придумалось. А? Не придумалось. Ну, я сам придумал. Вы на каком этаже? На третьем. На третьем?